будущее инновационных технологий в Азербайджане. Председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов разъяснил политику банка в сфере криптовалют. Он сказал, что регулятор по-прежнему консервативно относится к криптовалютам и воздерживается от их использования. Также он намерен и далее способствовать развитию законодательной базы, позволяющей использовать эти технологии. Рустамов добавил, Центральный банк Азербайджана изучает технологию блокчейн и возможность в будущем использовать ее в финансовом, банковском секторах и в сфере услуг. Мы уже ведем переговоры с ведущими консалтинговыми компаниями. Думаю, что сначала мы должны разработать технологические и законодательные нормы, а затем внедрять эту технологию.